Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова игрушка GTA Vice City, усовершенствованная GTA Vice City, которая также известна как Definitive Edition. И сегодня мы покупаем киностудию. Киностудию, собственно говоря, которая находится вот здесь. $60,000 она стоит. Покупаем. Давайте ее сначала осмотрим. Во-первых, здесь у нас, видимо, места для съемок. Это, видимо, на Луне. Следующую давайте осмотрим. Здесь у нас такая вот картина, вода и модель этого судна. Вероятно, что-то морское снимают, как и вот здесь, потому что здесь тоже вон такое небо морское и корабль. А это у нас модели как бы... Как будто по улице гуляем. Магазины, типа все такое. Инопланетная эта тарелка там находится. Ну и так далее. Но дело в том, что в этой киностудии снимаются порнографические фильмы. Поэтому детей уберут, я думаю, от экранов. И начинаем первую миссию. Recruitment Drive. Мотор. О, вот это размер. 12 дюймов, все по высшему разряду. Стоп! Это что за идиот? Подождите-ка. Какого черта? Что за дерьмо тут вообще у вас творится? Пришельцы, удочки. Такие большие акулы большие бывают-то? Надо все это выбросить отсюда. Ради чего вы этим занимаетесь тут вообще, а? Ради девок, да? А что это? Это мое искусство. Охрана! Эй, стой! Теперь ты принадлежишь мне. Я только что купил это заведение. Мы тут все поменяем. Я сделаю тебя богатым. А-а-а, так вы Томми Версетти. Я думал, что вы... Да-да, вот именно. Мы сейчас обустроим здесь все по-новому, начнем заколачивать хороший день. Вы никогда не думали попробовать? Для начала нам нужны фигуристы. А да-да-да, нужны. Но вы... Кэнди Сакс будет неподражаема в главной роли. О, я ненавижу ее, просто ненавижу. Так, ну еще одна комната, это как квартира, я так понял. Даже вон дверь есть. Кэнди Сакс, ненавижу ее, просто ненавижу. Как говорят, женщина с дурной репутацией. Порно-актриса это. Кстати говоря, эту серию я пытался записать еще вчера. Нет, позавчера. Но это... Запись получилась неудачной. Меня было очень тихо-тихо слышно. Звуки в игре были слишком громкие. И микрофон почему-то не на максимальной громкости был. Я сейчас это все настроил. Поэтому надеюсь, что сейчас будет все в порядке. Ну и там почти на час выдался выпуск, потому что я задолбался там миссии проходить. Но, как говорится, на ошибках учатся, сегодня все будет легче. Да и к тому же, один друг мне подсказал, как одну из этих миссий легче пройти. И мы воспользуемся его наводкой. Кэнди Сакс. Мы ее видели, кстати, на этой яхте Кортеса в самом первом выпуске по этой игре. Как и Стива Скотта, кстати, тоже.
Эй, Кэнди, я ищу актрису для фильма. Интересно, да? Да, но надо сначала поговорить с моим агентом. Какого черта ты тут делаешь? Лучше бы вы сегодня сидели дома. Да, он офигел в край, походу. Так, попытка номер два. Отойдем подальше. Надо было сразу подальше отходить. Ничего не вижу, блин, черный экран опять. Так, с этими разобрались. Осталось только машину догнать. Наконец-то взорвалось. Ох, наконец-то, я уже задолбался за ним гоняться. Блин, я еще еду не туда. Дайте другую машину, я на это не могу ехать. Блин, эту машину перевернуть может от резкого поворота. Поэтому притормаживаем на поворотах. Непродуманная эта машина в плане физики. Даже от аккуратных поворотов ее немножко переворачивает, ее немножко воротит. Сколько тут машин, ё-моё! Так, еще надо это заехать в кафе, забрать Мерседес Кортес оттуда. Ну, слава богу, нам теперь никто мешать не будет. Главное не перевернуться на повороте на резком какой-нибудь. Потому что эта машина очень непродуманная, как я уже сказал. Да ё-моё, ну мотоциклист дебильный. Вот это кафе. Эй, Мерседес. Привет, Томми. Хочешь развлечься? Не сейчас. Не хочешь сняться в кино? Да, если оно будет дешевое и развратное. А, отлично, поехали. Блин. Мешаются, блин, все. Ну точно мешаются, потому что он выбраться не могут. Тупят они жестко, надо выйти. Ну и отвезем их в киностудию. Ох, побегали, погоняли мы сейчас за этим водилой чудным, блин.
Блин. Томми, зайдешь на разогрев перед всем? Возможно, попозже немного. Оу, клевая акула здесь. О, ладно, следующая миссия. Дил-до-до-до. Ну и как съемки, Стив? Ну, Кэнди, и играть особо не надо. Вот новая девчонка просто ненасытна. Она пробовала половину съемочной команды еще до того, как мы ее Питере тут зажгли. Короче, завтра будем снимать эпизоды на лодке. На лодке? Какая еще там лодка? Ну это рыбки поглощены страстью, а тут прибывает гигантская акула и откусывает. Эй, что я говорил там про акул? Никаких гигантских акул, понятно? Просто наставь камеру на промежность. Ладно, ладно, Томми, я должен был попытаться. Флайеры напечатали уже? А еще бы. Никому не позволит нам раздавать такое, правда. Они чересчур прямолинейные. Об этом не волнуйся. У меня есть мыслишки насчет того, как это сделать. Ладно? Эй, Кэнди, зайдешь ко мне в трейлер? И за штаны схватился. Блин. Короче, это одна из самых ненавистных миссий для многих игроков. И я ее долго-долго не мог пройти на телефоне, но все-таки прошел, в конце концов. Короче, здесь надо лететь через эти, через точки. И аккуратно лететь. Как по мне, эта миссия сложнее, чем вертолетик. Я вертолетик на раз-два прохожу, если то тут уже немного потруднее у меня. Так. Сначала летим на ту точку, которая у нас прямо, прямо ее даже видно уж. Давайте опустимся вниз, потом резко вверх, чтобы придать самолету скорости. Топливо заканчивается, но нам должно его хватить. Так, летают наши листовки, я не знаю откуда. Их так много, что они не заканчиваются вообще. Но тем не менее, залетаем в красную точку и они перестают. Следующая точка прям поблизости. И чтобы нам завершить ее, надо залететь между эти здания. И вот мне, особенно на телефоне, что-то тут не очень везло. Но здесь повезло. Здесь мы удачно залетели. А так я часто врезался в эти два здания и переворачивался вверх ногами. На землю уже ничего не мог сделать. Не мог я взлететь, ничего никак. Так, еще листовки падают. Причем даже в воду. Загрязняем окружающую среду мы. Это, конечно, фигово, но ничего не поделаешь. Следующая точка осталась. Там их три. И мы летим та, которая... Ту, которую видно. Никакая полиция не контролирует действия. Что мы сейчас делаем? Все-таки это нелегальный способ делать рекламу.
таких количествах раскидывать листовки. Ой-ой-ой, осторожно, осторожно. Да, вот раньше эта миссия для меня казалась супер-пупер сложной. А теперь она уже проходится на раз-два. Научился проходить, видать. Залетим туда. Следующая точка где-то. Вот она, следующая точка. Где там точка высадки, я пока не вижу. Но увидим сейчас. Вот она. Последняя точка осталась. Топлива у нас еще целая половина. И раз уж мы несколько там, 5 что ли точек уже облетели, потратив всего половину, значит на последнюю нам хватит вообще без проблем. Так, остается только залететь в эту красную точку, и дело в шляпе. Отлично, реклама сделана. Теперь идем дальше. Приземлимся мы в киностудии. Во всяком случае, постараемся приземлиться. Ой, темновато как-то. Давайте-ка сменим время суток. Да, дождь все равно идет, но хотя бы светло. Мартас Мунгшот. Так, в чем проблема на этот раз? Итак, после близкого контакта с нимфозахватчиками наш герой не может думать ни о чем, кроме Фаллической горы. Вот я и подумал снять сцену с бочкой картофеля. Да, мне пофигу на все это, знаете ли. Продолжайте, в общем-то. Продолжайте. По телефону ты сказал, какие-то проблемы с законом. Да. Конгрессмен Алекс Шрап выдвинул свою кандидатуру на выборы и собирается привлечь внимание голосов. В общем, ходят слухи, что он поддерживает ряд этих против наших съем. Деликатная часть развлекательной киноиндустрии. Зашибись просто. Эй, Кэнди, ты знаешь Шраба? Вы же с ним развлекались, по-моему. Не вздумай сказать, что ты это заснял. Говорила или мне да? Да фиг ее, кто разберешь там, знаешь что? Проследи-ка за ней после съемок. Возможно, она тебя приведет к гнездышку. Фотоаппарат есть? Дай-ка ему камеру. Да, кстати, Стив, блин, она в нижнем белье ходит все время, днем и ночью, и под дождем, и это действительно раздражает. Блин, вот этим вертолетом мне очень-то удобно управлять, если честно. Извините. Чиханул.
Поставлю-ка я этому выпуску 16+. Не могу 18+ поставить, потому что мне самого 18 нет. Лично я считаю, что в 16 лет можно смотреть. Не, вряд ли что-то страшное до этого будет. 16+ просто в начале припишем, да и все, в заголовке. Дождик закончился, кстати, я так понимаю. Так, вот, вон там, где бассейн. Вот там, короче, будет все это дело. Мы приземлимся напротив этого здания, вот на вот этой площадке. Итак, мы сейчас еще раз просим увести детей от экранов. Привет. О, Кэнди, можешь ли ты называть меня Марта? А, да, Алекс. Марта, ну как скажешь. Фотографии 3 снимка. Да, вот так конгрессмен, блин. Блин, этот охранник загораживает это все. Да. Вот так конгрессмен, вот это точно. Давайте с другого ракурса зафотаем. Во, во, вот это идеальная позиция. Марта, кто-то там за нами наблюдает, это так заводит. 5 звезд, блин, выдали нам. Но ничего, на вертолете нам никто не помешает. Кстати, Алекс Шраб, как мне кажется, на Сони Форели похож немного. Во всяком случае, прической, ну и лицом тоже немного, я бы сказал. Ой, мы дымим уже потихоньку. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Мы выжили вообще без проблем. И последняя миссия на сегодня. G-Spotlight. Мне очень жаль, но я не могу это проглотить. Ну чего ты, дорогуша? У него же кашлота просто. Как можно в роль тут не войти? Ну, Стиви. Ну и что у вас тут? О. Все так же разыскиваюсь с международным искусством, с страстью, жаркой лобёжки. И прежде чем ты спросишь, да, все 4 видео будут выпущены в год, постарайся не заслонить Баобаб тут, пожалуйста. Это обходится мне дороже тебе. Я вот что подумал. Чтобы обеспечить фурор, нужно... Нам нужно вломутить город. Есть идеи? Ну, обычно устраивали гала-представления. Звезды, лимузины, ночное небо, исчерпанное прожекторами. Прожектора? А, это мысль. Да-да, платья, драгоценности, лимузины. И примы, да. Да, мадам, конечно. Пресса, вспышки, камер. Прыгать по крышам. Вот. Один мотоцикл. И здесь. И эта миссия очень бесит меня. Сейчас вы поймете, почему. Как только мы доедем туда.
Так, вот здесь. Вот здесь я очень долго не мог эту миссию пройти. Но уже после того, как я записал этот выпуск, ну, первую неудачную запись, мне подсказала, один друг мне подсказал идею, одну, которая облегчает прохождение этой миссии. И если у нас сейчас не получится попрыгать с первой попытки, то мы воспользуемся этой идеей. В всяком случае, я уверен, что не получится. Да, люди эти, людям этим вообще пофигу, как будто ничего не происходит. У них странные. Просто такие стоят и все. Разбейте окно и вперед. У вас есть время до 7 утра, позже будет слишком светло и вас заметят. Розовые круги показывают, на какое здание нужно перепрыгнуть. Окно с первым будет довольно-таки легко, а вот со вторым уже будет потруднее. О, да, я так и знал, ничего у нас не вышло. Поэтому давайте воспользуемся этой самой идеей. В какую нам сторону ехать надо? Так, направо. Я еду в свой особняк за вертолетом. $5000 тут у нас даже лежит. Давай, залезай в вертолет. А управлять вертолетом немного потруднее, чем в телефонной версии и в оригинальной, в GTA Vice City на ПК тоже. Там было поудобнее, мне кажется. Ну, впрочем, если привыкнуть, то может быть и тут будет нормально. Провалил я миссию, короче, только что. Потому что надо было как минимум еще одну точку на мотоцикле заехать, прежде чем при падении точка, которая появится при падении в начале этого здания, внизу, исчезнет. Так мне пришлось спускаться, и вертолет там, короче, взорвался, и я сдох. Поэтому вот я там еще одну точку пролетел, и уже тогда за вертолетом поехал. Вот теперь мы уже сможем пройти с вертолетом это все. Короче, прежде чем взять вертолет, надо на мотоцикле пролететь вот одну точку, которую мы с вами пролетели, надо вот там. Через стекло, когда влетели. И там надо было еще одну потом. Только тогда уже вертолет можно было брать. А так мы на вертолете... Сейчас вообще без проблем туда залетим. Это типа чекпоинт у нас открывается. На случай, если мы упадем. И, кстати, если вы все-таки решите на мотоцикле ехать, то рекомендуется вот после вот этой, когда лестница откроется, сходите это на дорогу, заменить мотоцикл, потому что тот уже в негодность может прийти от ударов, когда вы приземляетесь. Ой, осторожно. Нельзя, чтобы вертолет взорвался. Итак,
последняя точка осталась. Открывается еще одна лестница. Да, спасибо этому другу реально, который вот такой способ подсказал мне. Я бы не догадался. Активируем прожектор. И заканчиваем на этом серию. Да, это придется замазать. До 7000 долларов. Ну что ж, ждем звонка, во-первых, а потом заканчиваем серию. Алло. Томми, это Пауло. Как дела там, все такое? Чего тебе, Пол? Мне не нужны шмотки с фальшивыми лейблами. Забавно, бред. Я не занимаюсь этим шмадьем. Я вообще хотел поучаствовать в одном из твоих фильмов. В Англии мне доводилось участвовать в клубничке, пушка моя покрупнее твоей бы. О, спасибо за предложение, буду иметь в виду тогда. Серьезно, не забудь обо мне после того, что я для тебя сделал. Вот как раз таки я и пытаюсь на самом деле забыть это. Ну же ж, на сегодня все. С вас лайкос, подписаться с меня. Эпичные видосы, подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем. Пока.